Здравствуйте, курсанты! Занятия в Тверской школе ДСААФ не похожи на обучение в любом другом учебном заведении. Здесь юноши призывного возраста постигают азы управления транспортными средствами самых разных размеров. От легкового автомобиля до грузового ЗИЛа или крана не по учебникам, а практически сразу на практике. Такой подход к обучению приветствуют и преподаватели, и сами студенты. Они своими руками там могут это отрегулировать зазоры в клапанах, зажигание установить. То есть они все это им показывают. Солдат или призывник пришел в армию, тем более сейчас год всего служить, он уже более-менее готов. Мы тут изучаем как вождение категория Б, С, так и автокран. Эту профессию я хочу получить не только на срок службы в армии, но и на будущее. Эти аппараты очень приближенные к жизни, поэтому обучаться на них одно удовольствие. По окончании курса обучения юноши могут получить не только водительское удостоверение, но и новую профессию. Например, в школе выпускают водителей топливозаправщиков и кранов. Эти специальности крайне востребованы. Кроме того, обучение финансируется государством. Та же самая категория С просто так не достается. Вот. Это стоит денег. Здесь я могу заработать денег, получается, косвенно. Вот. Это принесет мне денег, это моя профессия. Много привилегий будет как в армии, так и после армии. То есть получение специальности, которая мне уже пригодится. Ну, как бы, можно сказать, даже уже пригодилось. В прошлом году в школе ДСААФ подготовили 121 крановщика и выдали удостоверение 60 водителям топливозаправщиков. Более чем за 60-летнюю историю Тверского ДСААФ в этих стенах побывали тысячи молодых людей, которым полученный опыт пригодился и на службе, и в жизни. Сегодня учебный процесс организован в соответствии с последними требованиями времени. Для юношей, которые не привыкли терять свое время, двери школы мастерства, патриотизма и мужества всегда открыты. Для оформления документов приходите на Спартака 36, здание военкомата города Твери. Там вы пройдете медицинскую комиссию, мы оформим документы, и вы пройдете обучение. Марина Евстратия, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ, Пилот.